Всем привет с канала Камрад Майор, и сегодня новое видео в тематике моделирования. Как и обещал, из видео про распаковку с сайта «Модельная лавка». Подробный обзор каждой модели. На сегодня это немецкий разведывательный самолет Helix 70F2. Выполнен он фирмой ICM в масштабе 1:72. Также тут есть информация на английском языке, что это за самолет. И прошу прощения, я ошибся, это не Helix, а Henkel. Henkel, вот такой примерно он должен получиться. Здесь везде повторяется лицевая часть и просто белая коробка ICM. Открываем, убираем. Здесь нас встречает инструкция, схема окраски, которая выполнена именно в нескольких вариациях. Это Германия 36-го года. И также эскадрилья Рихтгоффен 40-го года, уже под военный камуфляж. Но я думаю, будет интереснее сделать все-таки именно вот такой вот от 36-го года. Далее инструкция. На сей раз ICM показалось мне, они ее немножко сделали мало подробной, потому что множество ходов сборки представлены на одном ходе, либо слайде, если можно так выразиться, но учитывая, что самолет как бы одновинтовой, должно получиться довольно легко. Здесь уже крепление всей фурнитуры, лопастей, и винт должен вращаться. Так что ничего сложного быть не должно. Здесь подкладка для декалей. Декали выполнены вот в таком виде. То есть опознавательные знаки, кодификация и эмблема полка Рихтгоффен. Также здесь есть на хвост флаги нацистов, но без свастики. Именно вот под историчность мало кто делает, потому что, видимо, боятся. Сама модель у нас идет запакованная в полиэтилен от ICM на липкой основе, то есть он не запаян, как, допустим, у звезды. Это мы уже убираем. Также здесь идет упаковано в несколько слоев пленки, это прозрачные детали. Это детали фонаря кабины и прочее остекление. Также, что интересно, в прозрачном исполнении, в прозрачном пластике, выполнены элементы панели управления самолетом. И я, если честно, не понял, зачем было так делать, когда можно было это сделать просто в пластике обычном сером. Но проблем не должно с этим возникнуть. Вот фонарь кабины. Нужно будет наносить все маски окрасочные. Далее. Сама модель представлена в двух литниках. На каждом литнике есть по крылу, по части фюзеляжа. Здесь идет нижняя часть фюзеляжа, куда устанавливаются шасси. Также винт. И мелкая-мелкая фурнитура, с которой нужно быть аккуратнее, вот особенно с такими деталями. Потому что, собирая уже две модели от ICM, я заметил то, что пластик у них хороший, он очень хорошо склеивается, но мне показалось, что местами он очень-очень хрупкий. И поэтому нужно кусачками пользоваться аккуратно, либо, допустим, вот для таких тонких деталей даже взять лезвие для бритья, потому что толстое лезвие канцелярского ножа может все-таки их даже поломать. Может быть, даже вот здесь получится отцепить половинки вот этого самого фюзеляжа самолета и увидим получаемую длину как бы. Так, раз, два. Отделили первую часть, и теперь сейчас будет отделение второй части. Отцепили самолет, так как масштаб 1:72 выйдет приблизительно вот такой длины.
То есть на хвосте здесь уже все. И единственное, что еще будет хвостовой руль. И немножко увеличится длина за счет пропеллера. А так, это вот вся длина самолета. Ну и, естественно, у него размах крыльев будет довольно серьезным. Сама модель должна быть более чем интересна, потому что производит ее только ICM и какая-то была фирма давняя, может быть, Dragon или... Я даже сейчас не помню, но ICM это самая доступная из именно вот этой модели, поэтому крайне рекомендую их приобретению. На модельной лавке она стоит недорого, меньше 600 рублей. Для такой подробной модели это более чем доступно и именно по цене оправдано. С вами был Камрад Майор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. На каждый комментарий мы отвечаем. До скорой встречи в новых видео. Пока!